Всем доброе время суток. Пойду теперь на кухне продолжу свой почерк. Одиночек снял. Хочу дать им вкусняшки. Ух ты. Пойдем. Да, честно. Санки не мои, надо мои достать. Пойдем. Гром, пойдем. Злата, пойдем. Злата, иди ко мне. Злата. Домой. Опа, не возьмешь. Гоняет. Обманула. Тихо. Все, дурдом с копытами. Одурели. Ческа. А у тебя копыта, он злат забрала. Кашу не едят теперь с этими вкусняшками. На выезде. Да, слушайте, один из вариантов не тачку катать. Гром! Этот каюр! Все повытаскивали. Вот и грызи там рядом свою. Девки воюют. Кровь дуреет. Гром, иди ко мне. Сейчас. Блин, Гром, тебе тут надо убираться. Не, так дам. Так. По Кусману. Я поршнину вам отрезал. Сейчас посмотрю, там такие куски должны быть. Вообще это варить хорошо вам. Не, куда клюв свой пихаешь? Пойдем, иди. Васятинка. Держи. Миска. Сейчас. И ты жуй. Штаны. Парки. Вкусняшки вам с леса. Да. Остальное буду резать, варить нам надо. Гортань еще есть. Еще тот не разбирал. О, жвачку, да? А кашу забиваем на кашу? Да. На кашу забиваем. Пойдем. Честно, нельзя так брать. Нормально бери. Не... Вот аккуратно. Нельзя. Видите, отпускает. Нельзя. На. Все. Не дури только. Видите уже какой результат у меня. Ты-то, конечно, господи. Ты-то, да. Ты у меня. Нет, это здорово. Ты месяц есть не будешь. На лету ловит. Не подавись, когда давиться будет. Есть совсем с ума сходит. Есть совсем не хочет. Нормально. О. А потом будем рыгать она будет. Так. Каю. Сейчас посмотрим. Так, держи пока вот это.
еще вот. Так, сейчас эти резану. А, там дальше желудок, да? Это с мясом тебе реза. Сейчас отрежу. И белки тоже. Сейчас поем. Ну. Вон. Шумит. Белка — это чудо. Готова всю жизнь на вкусняшках жить. Нормально себя веди. Засуетилась, ну-ка нельзя. Нельзя, сказал. Я еще руку не просунул. Ешь. Чума. На, держи. Злата, хорошая по штанина попалась. На, сейчас. Держи. Ой, как берем-то. Смотри, сознание не потеряй. Поеду мыть. Пашнина нет. Желудки поеду мыть на речку. Блин, руки-то отваливаются. Нож у тебя, Каюр? Ай, вкусняшки злосятины. Первой свежести. Поеду, сейчас еще достану второй пайку, что меня попросил дядя Володя. Он мне должен был нарезать. Мне на санках будет удобнее. Надо санки привезти вместо тачки. Еще санки привезти. Я на санках сейчас и повезу все. Руки, конечно, офигеют. Руки уже офигели от мокроты. Сырости, все, руки офигевают. О, как хомячат. Копыта пораскидали. Битвы, драки, скандалы, интриги, расследования. Все как всегда, у нас по-другому никак. Дуреют, лайка дуреет от крови. Охотник. Вот. Кто-то дуреет от чего-то другого. Эти дуреют от своего. Кайфуют. Все, съел. А, вкусно? Да, Гром, вкусно? Не, а, нет, лежит у тебя. Все, вижу. Кушай, я тебе не мешаю. Злата, ты хорошую пашинку съела. Угу. А это скандалистка. А? Ешь, будет ждать еще ей. На, грызи свою, Лена. Нет, ты грызла вон то. Они шкуру снимают с копыта. Да, мне пусть занимается. Лишь бы молчала. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы молчала. Господи. Ты знаешь, сколько я тащил это все? Пёр. Сколько километров? Ой, ой, а хвостом-то виляет. А челюстями погреметь. Бел. Голос. Я бы тебя взял, но я не знаю, будешь ты в вольере работать, нет? Пусть грызет. Честно, что я могу сказать? Обратно запихивайте свои вольеры, потому что я сейчас поеду. На. Не хочешь — не бери, господи. Как будто я тебя заставляю. Где-то еще лежали. Вон они, к песочнице оттащили. Каюр грызет тоже. Нежный. Нежный пес. Аккуратный, интеллигентный. Вилку и ложку дать. Нож. Не спеша, никуда. А белка глотает, как утка. Вдруг отнимут, вдруг это. И мне кажется, ей ведро мяса поставь. Она его взахлеб будет. Кушать, что просто
даже будет с другой стороны лезть, она все равно будет с жадностью его глотать. Все притихли сразу. Приеду, буду кормить. Все, я тоже пошел домой. Сейчас заведу машину. Поеду я, отвезу своим тоже пайку. Своих накормлю. Супы, там выгодно. Дал мясо, сварили суп. А мне, я лучше потрачу это время на лес. Ой. Лейба, моя Лейба, заведись, пожалуйста. Без нюансов. Поменяю я тебя, полечу. Может быть, в конце декабря вылечу. Ну, сейчас не холодно. Поэтому она завелась, как обычный мороз должна заводиться, даже в 30-градусный. Все. Всем пока. Увидимся на каналах. Всем хорошей погоды, как у нас. Я буду готовиться к мясу. Пойду мыть. Руки офигеют, но я помою. Надо вымывать. В речушке сейчас сполосну. А желудок же в этих там в еде, в непереработанной до конца лосиной. Поэтому это вымыть надо, хотя они от этого тащатся, вообще балдеют. Вот. Но надо варить, больше оставлять на варку. Сырым они могут съесть сейчас все махом за 2-3 дня. И ничего не останется. А мне это 2-3 дня я могу нарезать и кормить их почти 2 недели. Поэтому в эконом режиме.